Всем привет! Это продолжение видео про матку варигатуса. В общем, из тех, тех коконов, которые были подброшены, если кто не в курсе, посмотрите предыдущее видео. Я подбрасывал ей коконы, и она приняла только два. То есть она за ними смотрит и далеко от себя их не отпускает. Такие вот дела. Ждем, когда вскроет она их. Такое короткое видео. Вот сейчас снимаю с другой камеры. И напишите, как вам качество и звук. Лучше ли старого? Или же новый будет получше? И также не забывайте, что скоро будет конкурс. Я уже примерно подготавливаю все вот это. И так что следите за каналом, и в том числе за группой, ссылка в описании. На этом все, всем удачи, всем пока.